Полоцке в парке на территории кургана Бессмертия посадили 25 кедров. Участие в акции приняли председатель Витебского облсполкома Александр Субботин, председатель Полоцкого райисполкома Игорь Маркович, учащийся лесного колледжа. Курган, что это, наверное, тоже одно из мест притяжения и не только для местных жителей, но и для туристов должно быть. Поэтому и музей, который там в реконструкции находится, и курган, и парк, и все напротив Софийского собора. Почему бы не сделать это место таким знаковым не только для Полоцка, но и для всей области и страны? Мы вместе с ветеранами молодежи заложили эту рощу, а наша молодежь уже с внуками придут сюда собирать орехи кедровые. Деревца посадили по всем правилам, чтобы лучше прижились и быстро росли. К молодым кедрам еще добавят березки, а осенью планируется посадить еще одну кедровую аллею. Мероприятие приурочено к 70-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне.